Менеджеры магазинов одежды в эти дни ведут охоту в СКК. Там открылась традиционная выставка «Индустрия моды». Одежда, обувь и аксессуары как этого, так и грядущего сезона представили 30 стран-участниц. Почетный гость модного форума – Индия. Приехала целая делегация, ведь рынок Петербурга новый, нужно искать партнеров. Шоурумы дизайнеров из Нью-Дели и Мумбаи переливаются всеми цветами радуги. Ценники более чем демократичные. Средняя цена платья из хлопка – 150 рублей. Правда, купить вещи нельзя. Это все выставочные образцы в единственном экземпляре. К тому же коллекции исключительно летние. Индия еще не настолько сильна, чтобы производить ткани для осенне-зимнего сезона. Но мы занимаемся этой проблемой и поставили себе цель приступить к пошиву теплой одежды через 5 лет. Ну и сейчас у нас хорошее предложение для русских женщин. Модницы могут покупать нашу одежду, поскольку наши дизайнеры сочетают древние традиции с современными тенденциями. Сегодня и завтра выставка открыта только для специалистов модной индустрии. В деловой программе обсуждение проблем текстильной и легкой промышленности.